Всем привет! Решил я сделать еще один обзорчик на еще одну игру для программистов. В нее я особо не играл, только туториал там прошел. Вот, основы и все. Ну, сейчас покажу вам это все. Короче, игра называется, как вы видите, ExaPunks. Exa это сокращение от Execution Agent, исполнительный агент. Это небольшая программа, которая может перемещаться с одного компьютера на другой через сеть, не прерывая того, что она делает, даже на огромных расстояниях. Нужно программировать эту экзо или этого исполнительного агента. Вот. Есть код, с помощью которого это можно делать. То есть это список инструкций, которые говорят экзо, что делать. Он написан на компьютерном языке, специально разработанным для них. Вот. Если вы подключены к сети, используя среду разработки Exodus, ну вы сейчас ее увидите, то вы, короче, можете программировать, просматривать регистры. Тут есть регистры. Ну, немножко, можно сказать, похож этот язык на язык ассемблера. Ну, немножко, да. То есть есть инструкции. Вот. И их не так уж и много. Вот, и с помощью их нужно, короче, выполнять задание. Итак, что у нас здесь есть? Это настройки не надо, вот. Есть довольно-таки неплохая справка. Если вы кликните, например, на Digital Version, то откроется там в новом окошке PDF-ка, и там почитайте. Оно все на английском, но ничего как бы... сложного нету, самое главное просто не спешить, внимательно читать, и все поймете. Вот. Ну и, собственно говоря, вот у нас игра. Всякие вот эти вещи я запускать не буду, здесь вводная, что происходит, как, предыстория, вот, например, можете кликнуть на это, и здесь понеслась. Там что-то он не может вспомнить, это тяжело, каждый день там, короче. Нам это читать неинтересно. Того, кого это зацепит, может приобрести игру. Я, правда, не помню, сколько она стоит, по-моему, недорого. Вот. Итак, давайте-ка попробуем пройти интро. Интро. Аутро. Что такое аутро? А, это, наверное, типа окончание. Окей, давайте интро. Так, а что у нас первая задача? Первая задача... Так, давайте я это пропущу. Вот. Первым делом, смотрите, у нас тут вот первое задание, да? Trash World News. И вот есть туториал. Вводное. Нам надо, чтобы присоединиться к сети. Присоединяемся к сети, и вот непосредственно вот этот вот редактор, в котором нужно будет писать код. Давайте я удалю. Вот. Что нужно сделать? В этой задаче, ну, как типа и в большинстве задач, нужно переместить файлы в сети. Вот. Так. Чтобы сдвинуть файл 2... А, вот. Вот, кратко, да, задание. Нужно переместить файлик 200 в Outbox. То есть он сейчас в инбоксе, во входящих. Надо его переместить в исходящие. Так, давайте создадим вот здесь слева Create New Exa. Create New Exa. О, можно их несколько делать. Create New Exa. Короче, тут хватит и одной. Дальше, что нужно сделать? Нужно его переместить, так. По поводу справки, желательно распечатать, если у вас есть принтер, справку, выписать эти команды, либо найти в интернетах, есть переведенные уже вот эти все команды по Exe, вот, и распечатать, и держать под рукой. Короче, смотрите, что нам надо сделать. Надо переместить вот этот файлик с идентификатором 200 вот сюда. Первым надо выполнить команду link. Давайте напишем link 800.
Что такое означает команда link? Это у нас... Так, сейчас. Где-то я вот здесь распечатал команды, и, честно говоря, что-то я сам не могу найти. Что это за link? А, link переходит по ссылке с указанным ID. Соответственно, эта команда заставит нашу эксу перейти вот сюда. Давайте выполним. Раз. И перешел. Все. Эй, а как остановить? Ага, вот по шагам, да? Джин переместился и помер. Окей. Короче, перемещаемся к файлику 200. Дальше. Есть такая команда, которая называется grab. Grab это захватывает файл с указанным идентификатором. Значит, нам надо... link, блин, я неправильно сказал. Link, мы перемещаемся по ссылке с указанным ID. Вот у нас ссылка 800, да, мы по этой ссылке перемещаемся. Дальше, нам надо схватить этот файлик с идентификатором 200. Пишем grab 200. Давайте попробуем по шагам выполнить. Переместились, схватили файлик. А дальше померли. Вот. Что нам дальше надо? Надо дальше опять перейти по ссылке 800. Смотрите, вот здесь есть ссылка, да, линка 800. То есть мы перемещаемся, потом хватаем файлик, а потом переместиться дальше по ссылке надо. Значит, пишем дальше. Линк 800. Дальше, ну ладно, давайте по шагам. Переместились, схватили, переместились. Дальше нам нужно этот файлик... Файлик бросить. Чтобы его бросить, есть такая команда, которая называется drop. Drop – сбрасывание текущего удерживаемого файла. Давайте. Drop. Ну, писать какой файл не надо, потому что подразумевается, что текущий. Мы какой-то держим. Вот, ну и после этого нужно завершить работу нашего экзе. Вот, то есть если для этого есть команда help. Если в этот момент он, например, удерживал файл, то он его автоматом сбросит. Теперь давайте по шагам выполним. Раз, перешли, схватили, перешли, сбросили, завершили. Все, тест run complete. Это типа количество тестов 100 штук. Есть. Задачу выполнил. Но судя по всему, за 5... Ого, а тут это что такое? Ладно, continue. Давайте я сейчас попробую убрать дроп. Халт же тоже, по идее, сбросит, правильно? Вот, и получается, я выполнил, наверное, сейчас выполню эту задачу за 4 инструкции, а не за 5. Вот, видите, теперь я уже на нормальном месте. Но я еще отстаю по размерам, получается. Видите, кто-то... То есть по количеству циклов, шагов я вместе со всеми. Ну, короче, здесь можно по-разному выполнять. И попадать в таблички. Так, ладно. Эту задачу выполним. Теперь давайте перейдем ко второй задаче и на этом закончим. Так, что надо сделать во второй задаче? Давайте подсоединимся к сети. И что тут надо сделать? Ага. Нам нужно... Нам нужно по ходу читать и писать файлик. Да, результат конец файла записать и переместить в Outbox. То есть получается, нам нужно записать какие-то значения по ходу вот эти в файлик, в конец файла. Корректное значение. Какое-то корректное значение.
Первые два значения файла. Это получается вот значение файла 200, если я кликну правильно. Да, там 72, 52, 4, 60. Хорошо. И умножить по ходу. Умножить результат на третье значение, потом сложить с четвертым, потом в конец файла и затем переместить в Outbox. Вон оно как. Еще раз. Сложить первые два значения. Значит, 72 плюс 52. Дальше. Потом их умножить. Сложить. Потом умножим на четверочку. И потом subtract. По-моему, отнять, да? Subtract. И, по-моему, и потом от этого всего отнять последнее значение. Вон оно что. Ну что ж, давайте. Ну, первым делом нам надо link. О, тут можно даже shift не зажимать, тут автоматом все с больших букв. Так, link 800. Перейдем по ссылке 800 вот сюда. Дальше нам надо взять наш файлик. Файлик — это идентификатор 200. Дальше. Дальше есть команда. Сейчас я гляну в справке. Copy. Так, копирование значения первого операнда во второй операнд. Угу. Так. Ага, здесь еще надо... Есть регистры, три регистра. Есть регистр X, T и F. Регистр X является регистром хранения общего назначения и может хранить число или ключевое слово. Регистр T является регистром хранения общего значения и может хранить число или ключевое слово. Регистр F позволяет Access считывать и записывать содержимое удерживаемого файла. Когда Access захватывает файл, его файловый курсор будет установлен на первое значение в файле. Угу, вон оно что. Ну, получается... Чтение из регистра F будет считывать его значение. Так, позволяет, когда Access записывает файл. Так, ну нам тут в любом случае надо copy. Походу, copy. И нам надо прочитать. Так, еще раз. Регистр F позволяет Access считывать и записывать содержимое удерживаемого файла. Ага. Я возьму grab 200, возьму файлик и по ходу copy f, регистр f, нам надо считать и, скорее всего, записать его в общий регистр x. Сейчас copy f. Так, будет установлено первое значение в файле. Вон оно. Окей. Получается, я скопировал первое значение в регистр X. Есть. Что делаем дальше? Дальше, сейчас инструкцию. Есть еще у нас add. Вот, читаю. Так, add. Добавление значения первого операнда к значению второго операнда и сохранение результата в третьем операнде. Я понял. Значит, нам нужно... Я значение первое 72 прочитал. Дальше. Все понятно. Дальше смотрите. ADDI. Получается, что я делаю? Я добавляю сейчас два операнда, надо указать. Какой операнд? Регистр X. Дальше F. F. Мы что знаем? F я читал. Позволяет считывать и записывать содержимое удерживаемого файла. Когда Access захватывает файл, вот в данном случае он захватил файл, то файловый курсор будет установлен на первое значение. В данном случае вот это значение 72. Чтение из регистра F будет считывать его значение. Значит, смотрите, вот я считал, и по идее курсор переместился вот сюда.
То есть получается вот здесь, в регистр x, я записал значение 72. И дальше я складываю x плюс что f. А f, курсор, у нас уже находится вот здесь. Все верно. И у ADDI у нас есть еще третье значение, это то, куда мы будем сохранять. Сохранять будем в регистр x. Есть, это получается мы сложили. Дальше у нас есть команда. Так, где тут? Где тут? Мульти, по-моему, было. Блин, где эта справка? ADD copy switch. Мульти, короче, умножение. Мульти. По аналогии, что нам надо сделать? Нам надо уже сумму, которая уже сохранилась в регистре x, взять и умножить с чем? С f. И сохранить x. А, что не так? Invalid instruction? Почему? А, блин, мульти, мули, во. Дальше нам надо отнять. Пишем sub и. Что нам отнять? Правильно, надо опять-таки регистр x, считать последнее значение и сохранить в регистр x. После чего делаем copy xf. Вот так вот. То есть в данном случае copy fx мы читали первое значение и записывали x. А теперь наоборот. Из x записываем в f, в файл. Есть. Записали. А ну-ка давайте попробуем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, вот здесь, смотрите. А, мы можем даже так дебажиться. Чик-чик. 436. Переместить. Все нормально. Что я здесь забыл? Я здесь забыл переместить наш файлик в Outbox. В Outbox перемещаем, и можно сразу drop или halt. Давайте выполним halt. Мы же знаем, что halt автоматом сбросит файлик. Так, запускаем. Вроде бы все. Сейчас тесты пройду. Ну, не, вроде интересно, честно говоря. Но это надо упарываться, конечно же, или чтобы у кого-то было время. В принципе, одно второму не мешает. Так, ё-моё, смотрите-ка, я за 9 инструкций сделал, а самый крутой парень за 7 инструкций. Короче, я отстаю по всем этим. Но это решение в лоб, я понял. Походу, Record Solution в GIF, прикольно. Походу... Тут могут быть абсолютно разные решения. Скорее всего, надо изучить все команды, и, возможно, где-то можно будет, знаете, на одну или две команды соптимизировать. То есть во как бывает. Короче, в принципе, вроде бы неплохо. Так, что я сделал эту задачу? Закрываем. Да, все, окей. Да. Escape. О, вот третье задание появилось. Ну, все, я его делать точно не буду, потому что надо изучить эти команды. Так, давайте я проклацаю, что тут надо сделать. Создать файлик в Outbox, удалить 199, эхо, файл содержит. Короче, ладно, все, не буду тратить время. Ну, вот, в принципе, и все. Ну, могу сказать... Было бы у меня время, то я бы, наверное, поиграл бы в эту игрушку. Так сказать, такое небольшое программирование на ассемблере с элементами соревнования. Потому что, как видите, можно сделать за там 9 инструкций в лоб, а кто-то хитроумный может сделать за 6 инструкций. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.